А в Театре юного зрителя сегодня премьера. Спектакль по пьесе Сергея Михалкова «Дикари». Ярославцам она знакома по фильму «3+2». В 60-е годы пьеса шла с успехом по всем сценическим площадкам страны. Романтика и любовь, море, солнце, песни. Режиссер спектакля насытил ткань постановки песнями тех лет. Мне кажется, время сейчас именно такое сложное и такое противоречивое время, когда людям очень хочется увидеть что-то чистое, что-то нежное и очень веселое, лишенное политики, лишенное каких-то таких агрессий, лишенное чернухи какой-то. Вот это абсолютно светлая, добрая комедия. Мне лично она безумно нравится, и она нравится очень актерам.